23 августа в многофункциональном молодежном центре при Дворце культуры «Спартак» состоялась встреча представителей молодежных объединений и общественников Хасавюрта с участниками межрегионального поискового отряда «Костер» Орловской области в лице руководителя организации Николая Красикова. Собрание прошло под руководством заместителя главы администрации Хайбулы Умарова, который поприветствовал всех участников круглого стола и отметил важность проводимого мероприятия. Наша сегодняшняя встреча послужила приездом наших друзей, уже побратимых, в дальнейшем уже и городов, нашего поискового отряда, межрегионального поискового отряда «Костер», руководителя нашего друга Николая Красикова и участников. Мы рады вас здесь видеть и в дальнейшем, наверное, будет уже своими, да, как говорится. Выступая перед собравшимися, руководитель поискового отряда «Костер» Николай Красиков поблагодарил за теплый прием и за энтузиазм, с которым молодые люди из Хасавюрта приняли участие в экспедиции на землях Орловской области. В своей речи обозначил, что проведенная экспедиция превзошла все ожидания, особо отметив активность молодежи Хасавюрта. Эта работа на данный момент крайне важна. Почему? Каждый из вас – внук или правнук героя Великой Отечественной. Каждый из вас носитель нашей живой истории. К сожалению, нашу историю переписывают. Мы встретились с Кривцовскими высотами, наверняка не представляя, что есть история. Что есть история Великой Отечественной, что есть история наших побед и поражений. Поражения тоже были. О них не стоит молчать. Это всего лишь превосходство на тот момент противника, ситуативно превосходство. Начало Великой Отечественной войны является 22 июня. Является еще и днем не только скорбным, но еще и праздничным. Дело начала конца немецкого вермахта. То есть именно в этот день они совершили свою самую страшную ошибку. Они в этот день напали на сильнейшее государство. Государство российское, советское, многонациональное и непобедимое. Своими впечатлениями с гостями поделились также и участники экспедиции. Слова благодарности за проведенную работу выразили ветеран Великой Отечественной войны Александр Макуха и руководитель телевизионного отряда краеведов-следопытов Балатхан Халилулаев. Мне очень приятно, что вы занимаетесь этим делом. Я радуюсь, что мне с вами всегда приятно встречаться. И самое главное, вы мне придаете сил для дальнейшей жизни и работе, соответственно. Вы большое дело делаете, дети мои. И это очень хорошо, что мы сейчас как бы подружились с Орлом. А город этот замечательный. Я, конечно, в нем лично не был, но проезжал несколько раз, когда поезд ходил через Орел, через Тулу, через Курск и так далее. В завершении встречи участники договорились о реализации новых совместных проектов, которые будут направлены на обмен информацией об участниках боевых действий в Великой Отечественной войне из Орловской области в Хасавюрте и о дагестанцах в Орловской области. Бика Сулейманова, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».